зимние ключи. Вот. Канпут. Как 3 дня, блядь, смонится. Дайте мозбок. Погнали. Пристабав лапу менту. Менты нет. Пристабав лапу. Приказку. Пальпации что собрано? ШП. А что, его не было с нами? Ну, она уходила на 2 часа. Ты там всех в друзья добавил? Кто был с вами? Я никого ничего не добавлял. На пол. Маленького, среднего, большого. Я его зачем не готов? Готов? Так. Выбирать еще маленького, последнего. Тогда большой, средний, маленький. Вот, все. Чек на пол. Нет. Неплохо. Хорошо, убейте. Верните, что ли? Верниш, друг. Шипа вообще вылетел. Ужас, сильно вставать, дамажить больше. Дайте бафу по локу, каску, пристабав к локу. Средняя вообще. Сейчас будет зеленая лужа. Да, я тоже жду, когда эта гадость будет. Да, она сейчас будет. Она после второй синей, по-моему. Наверное, не будет. Успеет. Нихуя он не убил. Касса будет следующий. Претрик следующий. Спасибо, малышка. Леоза, у тебя сова, как там, на ПТ не собрана? Идет омут без
Жалко. У нас просто хапал есть. Молодцы, ребятки! О, кинжал уберите. Чуть кольцо нормально тоже. Давайте эту сделаем, сейчас скажу. Чисто зерганем тело. Под Герой. Геру уже не давали, но ништяк. Так, все, давайте собираемся. Стой, куда, друг, куда пошли? Че ты нервничаешь так? Да я знаю, как вот заходят за эту линию, блядь, и запускает босса в итоге вайп. В итоге еще защитника проявила. Все, чек на пол. Вот первый под проживаем, потом я заберу. Черный лимон сразу Геру дашь. Все, все готовы, погнали. Чисто тело играем. Чем не стоит? Потом. Бьют сейчас. Можете сыграть по правой руке, там надо, по-моему, я не знаю сколько. Только не убивайте ее, все стопните. Беру, потанчу. Я лишу тебя жизни. Убивайте, да, я думаю, не умру. Меня убило, блин, после того, как уже сдох. Пять колечко на ТД. О, у меня есть просьба такая. Сделать на фрейе гер-режим. Ну, то есть просто зерганики. Там мечик падает очень классный, но трансмут он мне очень нужен. Давай, че. А я, сейчас я заберу дальнюю. Другом сыграйте. Вот уже тот сдохнет. Каску дал. Нет. Давай я на котах. То есть баф еще. Радуйся, сливан. Что-то было сыграть. Подержу, перед лицом стоим. Видим, не понял, мы кошек же бьем, да? Тебе что надо? Ну ничего не надо. Да бей босса. Чёрт, это он там стоит? Смотрите, как у нас. Сейчас этот выйдет. Защитник. Вот у вас лид. Защитника слейте. Андаун.
Не отходите. Это прикольно. Там какой шмот вам не хватает, на другие стоите, тоже добирайте. Робо пробежал. Ну тут. Ну, вот на следующем на этом. Сделаем как бы. Там трепет, блядь. Падает на танк. Класс. Шмотка на ПТ. Припасы еще нет. Видно. Давно? Где там этот? А куда она делась? Пускай эту игру. Фигово. Пролейте сугробы. Чё, в маленьких лужах не стоит, всегда двигаемся, вспышкой буря, убиваем. Будет каст, но с гроб зайдите в АОЕ зону такую большую и все. Не заморозим. После каста тоже убиваем все вспышки и бьем пас. Чек на пол. А, давай я да-да-да, погоди. Да, он опять вылетит. Потом уже опять здесь. Сейчас рыбу поставлю, если что, хаотиком надо. Чек на пол. Все, все готовы, поехали.
пиздец, что ли? Такие большие ОЕ зоны будут, вот от них сначала. А, все, упали, все, заходим. Не, вот он, Ники. Заходим, заходим. Вспышки появились. Единая вспышка. Все, упали, заходим. Там тоже шевелитесь, бегайте. Иван босс. Все, убили. Пытайте. О, щиток в шамке, он очень хотел. Тут с гер-режима вроде что-то хорошее падает. Надо кому-то? Да, тринька нормально падает. Что на хила, что на милика там. Тут шея, я знаю, с гер-режима. А да, ты можешь щитно подойдет. Смотрите, а у тебя на ПТ что собрано? Три протопауки где на ПТ что? Ну просто я начинал его собирать, когда у меня паладин был мейн, танк спек. Еще до сброс. Угу. Собрать что-то другое, у меня нету места в банке уже. Ты трансмутом забит был? Не, так шмотом всякой хуйни. Каким? Просто шмотом. Три спека ПВЕ и ПВП. Не, ну там просто еще типа такой шмот, который ролился на, ну так как раньше говорили, потестить так хуйня. Давайте первая группа в туннеле, вторая здесь. Каску посеки. Первый группе оба танка. Убиваем это, да. Дурка.
Я первая в комнату. Вторая здесь остается. Все, заходите. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Вы... Если второй файт, Рейджу не забывайте держать. Ваншотнет молнии. Или тут не ваншотит. Да, это все. Там как придете, сразу запускайте хэм. Все на рендж и Геру дашь. Никого нету из мобов, так что можно спускать на них. Выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Брал. Да, все, танчик Геру. Рэндж. Под молнией там не стоит. Брал. Еще и с молниями делаем ничего. Как получится. Окей. Шаман, понятно. За проебал. Это чего? Эти молнии. Надо здесь постою, они не ваншотят. Отомстить за нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы... Холи Палова, берите. В чем прикол, у меня такие же. Ты себе ретрика собирай, кстати. Вижу, протупалов много. И что? У тебя есть ретрик? Мне тут не хватает. Ну, ботинки скрафчу, пояс скрафчу, плащ можно за это купить. Ну, за бейдж. За баджи, да. И погоди, что-то еще. Перчаток нету. Давай, давай.
далеко. Да, если бы вместо того лока был ДЦ, я думаю, мы бы сделали. Последние трои хорошие были. Это сейчас ретрика. Чисто зерган босс. Так бьем то ли. Ну, это чтоб дерево не вышло. Да, легко. Ладно, да, руби. Дар. Дар, дар, растет, дар, убить. Ой, что ты пишешь, херню? Она дамажится, просто роста нет. Так, сука. О. Давайте под грибы и дерево надо слить. О, забери дерево, забери, 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 забери. Убейте это. Босса играете чисто? Босса этих вообще не бить. Ларри не рольте только, кто не алхимик. Мой взор. А, да, жезл. Перчатки. Нормально. Герой. Опять жезл. Как раз, блядь, нормально. Блечик такой классный. Падает, блин. О. Я выиграл. Кто не знает искру воображения. Тут будет один потанчишь. Я в ретрика. Пожарника, давайте мы не будем делать. Нет, не про пожарника.
А, это легкий. Да, мне фотопал идти надо. Просто заводишь его в эту красную метку, даешь ему стан и все. На третий ходит. Это плотика, тогда не слейте его. Ты в ретрике можешь это сделать. Он еще убьет. Да не убьет он, ты че? Да не надо. Давай дамаг лучше будешь давать. Просто там в него нажмешь, он подойдет под красную метку. И стану ему там дальше, все. Всех бой, да? Блять, всех бой. Капу. Маны нету, сейчас резко. Можете там заморочиться еще мины не взрывать, всякое такое. Тоже ачивка будет. Да. Еще раз. А вот, видишь, Хантун, а чтобы никто не умер. Все, все готовы, погнали. Ну, значит, на второй фазе патрули. Не вставайте. Что, залп не убил вас. Погнали. Эти на полу. Он так, это баг. Мы его, по-моему, убьем раньше. Да? Нет, отбегайте. Шли, шли. Трёха. Все, давайте все культуры, зеркальки. Кто там? Аня, шаришь там? Ты раньше видишь, что я ракету пустил? Да, тут все шарят. Все там, Вуди и ШП по голове, пальпация замки по телу, милики, это низ. Ну, сливайте голову. Будет моба, наверное, но его быстро слить, да? Ну и ладно. Есть. Есть, вон, забирай его. О, не бейте его, не бейте. Не бейте. Не бейте его. Ты подойди куда-нибудь вон к РДД, потому что метка будет на них. Чтоб ты успел добежать. Все. Как говорил, тихо бейте. Веру дай. Он меня застанет. Прикиньте. Повезло.
Ну, смертей сделали. Вот и плащ. С рыбов не тепешку. Аллерея, да? Ага. Аллерея? Ну, обвалившаяся. Вниз там. Хилы вы чё, где там? Обвалившаяся галерея. Потом там увидите нас. Ну, давай, я дальнего побежу. Кузнец. Ну, давай, отходи, шаман похилит. И не сложно, да? В конце можно убить после йога. А, это не что не стал, блин, чё? Эта вот фигня нужна кому-то? Я побафать на ачивку. Не столько танки. Так, шаман здесь. Пошли.
Кому-нибудь надо, кому-то ачивки. Где? Лишь там хотят сранить сделать. Ну ты долго, не знаю, будет. Решай, короче. Да, посрани-то. Хотя вот там мечик падает прикольный, я бы снял. Именно, я тоже думаю. Плюс 0 фастника. Давайте так убьем дальше. Это самое. Печеньки. Занку, пальпация, эрдру. Звездочки. Другой ШП, Вирет, Ашам и другой хан. Тут, насколько я знаю, надо всего 4 человека наряжать. Зачем так много? Да бегайте там. Да нет, смотри, что, надо чтобы... Ну типа хил один стоял там где-то с танком. Смотри, ты главное не бей молотком, потому что он уешит. Что да. Еще? Ну короче, ну, не дамажьте АУЕ вообще. Запускай его. Два хата, два ХП этого достаточно на самом деле на рейндж. Ну или там я. Первый. Не надо. 3 минуты еще. Вообще не тратьте ману, ждите. Просто там пускай милики бьют ханты. Ханты на автоатаке пускай стреляют. Потому что нам все равно стопать придется. Не бей... Облачка вот эти, вот там прям под боссами появилось. Вообще его не бейте, вот что-то ему урон наносит. Кто наносит? Сейчас убьют. Сейчас убьют уже. Кто тоже за этим наблюдает? Мы же не делаем по ней. Ну и не убили, пока живое. Мы делаем сранит или нет? Да, делаем, делаем. Не убили еще. Не убивайте. Не вдамажьте так сильно. Еще сколько? Минута 55. Опять нанесли урон. Это ШМ, наверное. Все, там буду остался. Буду кулаками бить, короче. Один даже маленький, малейший урон, и все, и она умрет. Сколько там осталось до стражи тут? Минута 25. Кристи, можешь вообще не бить. Я снял шею. Да я засмотрелся. Может, другую делаем? Так, да? А, это не только. Где он? Что? Врага бьем?
посрани этого врага. Что не могу его убить? Грандос. Какие ужасы вас ожидаю. Вот это, наверное, Валерий этот плащик нужен был. Блин, он как есть. Что? Два ШП были в комнате? Одного ханта туда надо, да. Вон, Ваня за танку, чё? Два ШП. А чё, кто? Другой хант. Да мы все равно за одну переведем даже 6к. Да. ШП что-то молчат, вы ответите, нет? О, значит, Вири это идет туда. Да, давайте ШПшки, вы справа зайдете, а мы с Трисией слева. Альпация ближний, этот самый Вериет дальний, и я ближний, и ты дальний. Идем, переводим. Эти положим. Геру дать? Надо бы БР дать. Эти БРши пошли. Дать ему бафы сразу. Да. Чудовище из ваших кошмаров. Все. Кто там по порталам? Уже переготовьтесь, с вашей стороны стоит. Медики маленькие, РДД большой ошибается. Он там с правой стороны большой, идите РДД бейте лучше. Всю фигню сядь, дисплейте. На лишнего не получаете. Сейчас пак будет. Факт. Бегаем. Там, там пошли два. Пошли, пошли, он маленький. Ты себе, а твой вот этот дальний слева, или ближний слева. Подходите, сейчас порталы будут.
Иди сюда, сбегайся. Беги к Трисе, он же заходит. Давай, давай, давай. Блядь, большой, осторожно. Вон там. Кто из РДД ханты остались, вон бейте большое. Ой, ауру. А, у нас ханта нет. Сколько там время? Что-то говорите, мне надо дома. В комнате, мне не показывают. Сколько? Скажите кто-нибудь. А, да хрена еще. Ну мы переведем. Ну переводите. Норм. Евро. Пересекайте. Поворачивайтесь во время коста этого. Кто там смотрит? Хантер 47. Нормально еще. Отворачивайтесь. Кого меньше 30, лучше отворачивайтесь. Ходили. Никто с ума не сошел, да? Ну, ништяк. О, тринет завтра. Вот и меч. Или это не тот? Че еще? Высасывание крови? У меня есть такой. Нормально, так-то смотри, дробяшка. Не, ему не этот надо. Там другой, который с хэмовский. Вот тот ему нужен. Го, убьем этого. А да, пойдем, пойдем. Гиннис. Гиннис остался. Я на свою кузню. Все, пойдем. Эти шрадеры рейд так нормально. Быстро сделали. А Геро, сколько было? 7? Ну, верно. Ну, Ринка говорил, что он, если придет, то тогда будет Геро. Он так сказал. Ну, смотри, я выпил фласку на Уголоне. В начале, в самом... Ну и 2 часа вот прошло, вот она сейчас закончилась. Нормально. Куда я по себе? Thank you.
всего мы принесли всю еду, по сути, за один час. Всех боссов, кроме вот то, что было долго вам. А голодный часов посидели, да? Это как тренировочный такой, знаешь. Тренировочный трай. Следующий. Следующего воскресенья еще опять собираемся. Там не знаю, что ретрика значит надо сделать. Сделай и ретрика, и ну всегда же можно переделать прямо перед временем. Ну, оказывается, если там плите, там. Да еще каску писем. Тут просто спрашивает. Там что, кто спрашивает? Да. Ну, Хантер у нас, вон Хант есть там. Ну что. В принципе, тоже собирать. Давайте заведу сейчас, подождите. Пока бейте. Потом скажу, стопните раскалю вам голову. Сева может принимать людей. Не знаю, как там эта процедура выглядит. Там второй чит не вылезает. Все, вылез, сейчас я раскалю. Все, бьем босс. Что вы делаете? Бой. Он его охладить хочет. Я проиграл. Убери на ретрика. Плечи пиздатые. Транспорт имею в виду. Всем спасибо. Там нету дракона Трисея. Чего?